Мама 10 детей. Это гордое звание теперь носит Татьяна Миклашевич. У женщины 3 сыновей и 7 дочерей. Самая младшая, Яна, появилась на свет на днях в Люберецком роддоме. Наш корреспондент Луиза Язарян встретилась с многодетной мамой. Ну что, придешь еще 11 раз? Подумать надо. В Люберецком роддоме Татьяна Миклашевич – гость частый. Появление на свет своих детей жительница Дзержинского доверяет только люберецким врачам. И на этот 10-й раз все прошло успешно. Роды прошли великолепно, хорошо, без каких-либо осложнений. На сегодняшний день такое количество родов крайне редко. Самое большое, как у нас рожают, это вторые роды, ну, слава богу, сейчас пошли еще и третьи роды, часто приходят, рожают. Но не более. 10 родов – это крайне-крайне редко. О большом количестве детей Татьяна и ее супруг мечтали всегда. Сегодня в семье Миклашевич есть и студенты, и школьники, и детсадовцы. Рождение маленькой Яны все ждали с нетерпением. Они вчера приезжали, довольные все. Все тискали маленькую. Мы особо не распределяем обязанность так, кто чем может, там поможет. Кто-то придет, там посуду помоет, кто-то уберется в одной комнате, в другой комнате. Там. Ну так, особо таких жестких правил, ты-то делаешь что-то, то у нас такого нету. Такая большая семья – случай, конечно, редкий, но не единичный. И в прошлом году в Люберецком роддоме появился малыш, который тоже стал 10-м в семье. Луиза Егязарян, Иван Скавлюк, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.